Продюсерский центр музыкальных и танцевальных жанров «Best Лучший» — это организация по проведению международных конкурсов по всей России и ближнему зарубежью. Осуществляет поиск молодых талантов вокального, инструментального и хореографического искусства. Коллектив холдинга уже более 16 лет работает в сфере сценической и конкурсной деятельности. На этот раз в Сергиевом Посаде проходил международный конкурс искусств и творчества «Best of the Best» для ребят, обладающих различными способностями театрального направления. Нам очень приятно, что мы приехали в прекрасный город Сергиев Посад Московской области, где мы решили провести впервые чемпионат России по исполнительским видам искусств «Best of the Best». Сегодня у нас и хореография, и вокальное искусство, инструментальное исполнительство, цирковое искусство, ИЗО, ДПИ. Всегда мы приезжаем в Сергиев Посад, потому что очень хорошие таланты, и наша задача отобрать у нас отборочные туры, и финал конкурса будет март-апрель 22 года в концертном зале Людмилы Рюминой. Это будет грандиозный праздник, где будет вручаться денежная премия 100 тысяч рублей. Ну и, конечно, самый главный кубок, который получит один исполнитель. И, конечно, мы будем чествовать этого победителя. ОДЦ «Октябрь» работает площадка не только театральная, концертная, но и, конечно же, конкурсная. На протяжении уже многих лет продюсерский центр «Best» на нашей площадке проводит свои конкурсы. Очень красивые, разнообразные, принимают участие очень много областей. Помимо нашей хореографических коллективов, вокалисты, инструменталисты могут посоревноваться с другими областями. Съезжается очень много людей, соревнуются, получают призы, получают удовольствие, опыт, потому что жюри профессиональное, московское, с разных учебных заведений. То есть это праздник искусства. Андрей Ковылов, Сергей Власов, «День города».